Общероссийское движение «Сильная Россия» открывает общественную приемную в Иванове. В офисе в одном из торговых центров будут работать юристы и консультанты, готовые оказать помощь ивановцам в проблемах ЖКХ, здравоохранения, образования, социальной поддержки населения и других злободневных вопросах. Общественная приемная работает по будням с 9 до 18 часов. Мы считаем, что уже достаточно, значит, положительно и хорошо взаимодействуем с региональной властью. Мы не против власти, мы не ругаем власть, мы им в помощь. Мы считаем, что наша основная задача – помочь власти разобраться на месте с какими-то проблемами жителей нашего города и региона.